Хей, йоу, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием «Тазы разыскивается». Как вы помните, в прошлой серии мы одолели вот этого сета в диско вулкане. Welcome aboard Flight 108. Today's destination – Yosemite Park and Zoo. Утёнок. A widow earlier than I expected, but my true intentions are now revealed. It was my idea to open Tazwan Theme Park all along. Surprise! Хенденбург, это первые. Это, короче, у нас 9 хп. Делать? Да, походу просто метать. Это легко. Следующая фаза. Так, кукла телепортируется. Но я нихера не вижу из-за этого шара. Что мне делать? А знаете, у нее еще и каждый по хп. И хера. Там мне 4 хп осталось. А, может, пускай набирает энергию? Ай-яй. Готово. Ладно, мне 2 хп. В смысле, почему меня ударило током? Ай, ладно. Все, без шапки. Не убили, не просто убили. Да, продолжить. Ой, блядь, да. Давай. Ага, а теперь у меня 8 попыток, чтобы понять, как опять уничтожать задние. Ладно, а то как? А, ясненько. Окей. Отлично.
Его переклинило. Третья фаза. Ну, херня в том, что я не вижу его из-за его щита. Ну, как вижу, но плохо. А так, скорее всего, не должно было быть. Хера он больше стал. Тихо. А почему она обратно типа начала? Что за херня? Давай, 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 ну. Может, там определенное количество у меня этих есть коробок? Охренеть. Забав. Если бы вот это нужно было пройти за один мах, я бы не прошел. Вот он должен был так выглядеть, а не в виде огромного шара. А, только вопрос теперь, а как они сюда выберутся? Has no maid.
Так, ну, короче... А, я 9 собрал? Значит, я здесь не нашел усы еще. Ладно, давайте пропущу. Давайте посмотрим тогда этот... Бонусики. Что у нас там? Дополнительно. Галерея. Тут что у нас? Это стройбаза. Свек. Как проектировали. Вот видите, как дозы рисовали. В виде полигонов. Туалетка. Ну, короче, вы поняли. А секреты что у нас? Сумасшедшая лягуна. Лягуна. Ясненько. 5, 4, 3, 2, 1, go! Don't move. Нет. Опции. Да. Ага. Ну что, в принципе, все. Игра пройдена, поэтому давайте на этом и закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем... Ну как до новых встреч? До следующих прохождений игр. Поэтому... Знаете, у меня есть еще одна игра, наподобие таза, тоже старенькая. Называется 101 Далматинец. Там довольно прикольная. Там тоже, кажется, полигональная вот эта игра. Но там много уровней, они разнообразные и очень большие, поэтому всем. Ну, короче, можно сказать, до туда дойдем. Поэтому всем пока.